Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 88. Прямые МН параллельны. Угол 1 равен 38 градусов. Найдите величины остальных углов, обозначенных цифрами. Дано. Прямая М параллельная прямой Н. И дан угол 1, который равен 38 градусов. Найдем все остальные углы. Для этого начинаем рассуждение. Угол 1 будет равен углу 2, как вертикальные углы. Они будут равны по 38 градусов. Угол 1, угол 2, угол 5 и угол 6 будет также по 38 градусов, так как М параллельно Н. Это свойство параллельных прямых. Если к углу 1 прибавить угол 3, то в сумме эти углы дадут 180 градусов, как смежные углы. Если от 180 отнять известный первый угол, 38 градусов, то мы найдем третий угол, он будет равен 142 градуса. А угол 3 равен углу 4, равен углу 7 и равен углу 8, так как прямая М параллельна прямой N. Это свойство параллельных прямых. Ответ. Угол 2 – 38, угол 3 – 142, угол 4 – 142, угол 5 – 38, угол 6 – 38, угол 7 – 142 и угол 8 – 142. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.